Решишь уравнение? Чарли? Чарли? Это уже не первая жалоба. Давайте еще раз. Чарли мешает другим ученикам? Нет, но... Она выполняет задания вовремя? Да. И она отличница? Дело вовсе не в этом. Она витает в облаках. Она тяжело переживает перемены. Где был твой папа все это время? На него невозможно положиться. Хватит наговаривать на папу! Все, что захочу? Ну да, конечно. Я хочу лошадь. Ты что, купишь ей лошадь? Ты это серьезно? Какой бюджет? Почти $300. Маловато. Моя лошадь ждет меня и дождется. Красавец, правда? Она к нему привяжется и потом будет страдать. Мы найдем его хозяина и вернем его домой. У нее хорошо получается. Еще не влюбилась? Что? В лошадь. Совсем скоро родео новичков. Что это? У тебя нет шансов. Ты все время спрашиваешь меня. Но важно другое, Чарли. Готова ли ты? Это как в кино про лошадку. Даже лучше.